Хау, это Догмат, и видео посвящается бифу знатоку бич-пакетов. Привет, чувак. Летом 2016-го, то есть полгода назад, я наткнулся в супермаркете на один интересный бичик. Там было написано «С сосисками». И я так задумался, как это с сосисками? Они там живые, сухие или в виде порошка? Ну и решил попробовать. В составе сосисок написано «свинина, говядина». Уж больно вкусно. Кстати, бич-пакет сам стоит 60 рублей, уж не знаю, что и думать. Внутри нас ожидают два пакета, и ни в одном из них нет никаких порошков, потому что их засыпать надо после того, как приготовишь саму лапшу. В одном из пакетов действительно прощупывается вроде как сосиска или даже две, а во втором соус. Кстати, соусов у такой лапши всего два типа, сырный с чесноком и томатный, я пробовал оба. В уголке есть специальная пипка для слива воды. В плане изобретения штука забавная, но в плане использования неудобная, потому что ее надо придерживать, когда ты сливаешь воду, а вода горячая. И либо ты сливаешь слишком много воды и ошпариваешь палец кипятком, либо ошпариваешь палец паром от горячей воды. Ну что же, нас не обманули. В пакете ждут действительно две маленькие сосисочки. Они, правда, совсем маленькие, размером с мизинец, но они настоящие и они есть. Они плавают в каком-то маринаде, там немного лука еще есть и морковки. А в другом пакетике, соответственно, соус. Ничего особенного. Ну и можно подводить итог. На самом деле, вот этот бич-пакет мне понравился. В отличие от всех остальных долбанных бич-пакетов, он не пахнет бульонным кубиком. Он очень самобытен, но людям, которым нравятся какие-то острые вкусы и все такое, придется что-нибудь добавить, поперчить или типа того. Сами же сосиски очень маленькие, буквально на зубок, и вкуса от них практически, наверное, никакого, не вижу в них смысла вообще. Это просто фишка для завлечения. Ну а покупать такой бич-пакет вообще, по-моему, не имеет смысла. Уж лучше купить макаронов и пару сосисок, обойдется примерно, может быть, в ту же даже цену. Но вкуснее и больше. Ну а это был Догмат. Хау! Я все сказал.